Коваленко Марина, слушай, по-моему, это она управляла транспортным средством. Да, наверное. Ну, мы установили личность, это да. Были вы. Коваленко Марина управляла. Валерия. Одна загвоздочка есть. Да. Какая? Я не вожу автомобиль, у меня даже нет водителя. Ну, значит, это... административное расследование, вот и оправдают вас. Сами себя оправдаете. Да, будем вставлять на такое? Не будем. Почему? Потому что... Вот же нарушитель. Потому что он должен прийти и сказать, что он управлял автомобиль. А если он, то есть она... если она окажется, что не сознается, что-либо? А если сбежит человек, вот просто вы уедете в другой город, и все, вы будете удерживать транспортное средство? Ну и заблуждение вводят намеренно просто водители. Только в присутствии нарушителя с его личной... Так вы вызовете его? Как я его сюда приведу, силы, что ли? Вот. Так, ребят, эвакуировали машину. По беспределу! По беспределу, да, сейчас идем выяснять. Почему? Думаю, вы все сами увидите. Такой замечательный эвакуаторчик. А на тротуаре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Да. Здрасте. Здрасте. А что на тротуаре стоим? Сейчас уберем. Давайте. Где водитель? Вы водитель? Да. Ну давай туда перегоните, там есть место. Нельзя же нарушать-то. Других эвакуировать, сами да нарушать. Тут просто стоять негде. Ну как негде, вон там место есть. Вот там прямо. Прям. Здесь негде стоять. Офигеть. Тут где стоять, да? Да. Нормальный такой. Мазишники у водителей спрашивают. Да. Здравствуйте, а где-то талончик брать? Здравствуйте, да, вот на стоечку брать. Здравствуйте, талончик вы нам. Машина ваша, где она? Здесь. К-040-КН. Ну, документ с собой, да. Спасибо. Туда? Очередь. М751. Так, 751. Вам не повезло, я к вам. Здрасте. Здрасте. СТС водительская, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Автомобиль выпрыгнул? А? Автомобиль выпрыгнул? Нет. Да ничем помочь не могу, должен прийти тот, кто парковал автомобиль. Ну, я вас беру, вы возбудите дело о административном правонарушении, проведите административное расследование. Нет, так не пойдет. Не пойдет. Ну вот, СТС, я хотел бы забрать свой автомобиль. Протокол составляется на нарушителя, его присутствие с его подписью лично. Ну, найдете, составите. Так. Не найдете, не составите. Или вы хотите на меня составить, который не нарушал ничего? Как это? Результат административного расследования. Правильно, все. Вы можете сейчас вынести определение о возбуждении дела об административном правонарушении, провести административное расследование. Николаевичевский 49 это все делается. А почему? Возбудить дело можете и вы. Николаевичевский 49. Хорошо. Но машину не выдать, а... Не могу. Почему? Я же вам объяснила. Протокол составляется на нарушителя, на того, кто был за рулем. А при чем тут я? Его лично. Но я ничего не говорю. Пускай придет. Кого? Автомобиль, а средства повышенной опасности. Если он умер? Каланчевская, 49. Каланчевскую ехать, да? Ну, автомобиль мы здесь, я заберу, поеду. Да. Каланчевская, 49, пожалуйста. Нет, вы можете, конечно, на меня протокол составить, административное правонарушение, если у вас есть достаточные данные в соответствии с статьей 28.2, то можете составить на меня, конечно. Я все пожалуйста. Понимаю, нет. Не будете составлять? Каланчевская, 49. А что там? Мне сказали просто сюда приехать. А я вам говорю, Каланчевская, 49. Мы здесь только на... Машина где находится? Нет, там выдадут вам разрешение, там с вами поговорят, разберутся, кто чего. Если не вы парковали, там возбудят административное расследование, 2 месяца будут искать нарушителя. А вы, то есть, не уполномоченный, да? А вы только протокол составите уполномоченный? Как так? Как так? У нас все дело, все начальство сидит на Каланчевской, 49. При чем начальство? Предлагают туда подъехать. Люди уполномоченные вести административное расследование. Ну так ладно, составьте на меня протокол. Если составите протокол, то есть вы мне отдадите, да? Правильно?
Я вам составлю только в одном случае, если вы скажете, что вы парковали. Только ну, если не я парковал, то что делать? Не я, значит, должен прийти тот, кто парковал, на его имя будет составлен протокол. А если он умер, улетел? Каланчевская, 49. То сейчас вы мне отказываете, почему? Ну, вы же не парковали. А я могу только выдать там, кто парковал. Так это моя собственность получается. Я понимаю. Ну, и что делать? Каланчевская, 49. А почему нас сюда-то направили? Я не знаю, я вас сюда не направляла. Я понял. Кто старых есть? Мы хотели бы заявление там написать. На это все. Транспортное средство выдается тогда, когда устранена причина его задержания. Причина задержания устранена. Не устранена. Как не устранена? Клап откроется. Ну как не устранена? Есть администрация. Причина задержания чего? Нет. Она будет устранена, когда будет известен водитель. А если он, ну так ищите водителя, я отшу. Будет искаться. Статья 27.1. Транспортное средство, когда если возбуждается административное расследование, задерживается до объяснения. Ну, то есть навсегда, да, грубо говоря? Почему навсегда? Ну, не знаю. До окончания административного расследования. Так его надо возбудить сначала? Да. Если никто не явится за транспортным средством, так я вот явился. Водитель. Знаете, кто управлял? Знаю. Водитель. Ну, вы его будете вызывать? Кого? Водителя. Мы будем вызывать? Да. Почему? Ну, я не могу его вызвать, например. Вы тоже не можете. То есть автомобиль будет находиться тут, да? Во время, пока не будет составлен протокол, думаю, да? Думаете или да? Я не знаю, возбуждено административное расследование. Я понятия не имею даже о каком транспортном средстве. Да, это не важно, в принципе. Ладно, хорошо. Так, на имя кого-то пишем заявление? Есть, правильно. На имя кого? На Григоряна писали? Нет, на имя. А, в выпуске даже. Исполняющий обязанности начальника МАДИ. Парусина. Как его зовут? Слушайте, а вы меня отпустите, получается, ИА, да? Просто 27.1 – это доставление человека, просто там человек, что ли, есть? 27.1 – там четко прописано, что транспортное средство, дело административное, дело производства, задерживается. Ладно, хорошо. КОАП есть? Можете предоставить, пожалуйста? Открыть специально для них нужно им статью 27.13. Они сейчас ссылаются на 27.1. 27.1 – это доставление в принципе. Есть у нас еще доставление транспортного средства. Это специальная статья, 27.13. Не заблуждение вводят намеренно просто водители. 27.1 там четко прописано, что транспортные средства, дело административное, дело производства, задерживают. Ну, мера обеспечения задержания транспортного средства. Пресечено административное правонарушение? Нет. Как нет? Оно сейчас стоит там в зоне действия колонок? 27.1 меры обеспечения дела, да. Ну. Цель. Пресечение административного правонарушения, запятая, установление личности нарушителя. Ну? Личность нарушителя установлена? Ну, я не знаю. Не установлена. Ну, я... Почему как не установлена? А как она может быть установлена? Кто управлял транспортом? Да вы не спрашиваете. Почему? Вот у вас коллега спросил, кто управлял транспортным средством. А вас как зовут? Можете представиться? Вы меня даже не спрашивали. В рамках чего? Опросите тогда меня. Вот у вас спрашивают. Знаешь, кто? Скажи, знаешь, кто парковался? Дмитрий Григорьевич. Да, Дмитрий Григорьевич. Я же вам объясняю. Только в присутствии нарушителя с его личной... Так вы вызовете его? Как я его что, приведу силой, что ли? Ну вот на Каланчевской возбудят административное расследование, вызовут. Угу. Я это не в моей компетенции, понимаете? Я понял, хорошо. Спасибо. Если вам лучше подъехать на Каланчевскую 49... А вы присели, чтобы не стояли? Да не, я постою. Присели, чтобы не стояли. Хорошее обоснование. Кто? Ну вы, по крайней мере. Чем? Меня снимать не надо. Чем мешаем? Ну как же? А там кружили, толпитесь здесь. Мы знаем этого человека. Откуда звук? Мы знаем этого человека. Да это какой-то охранник. Это оттуда. Оттуда? Звук. Да. Из задницы? Наверное, из вашей истории. Не, из моей ничего не снимаю. Если вы пришли, то снимаете. Никто лазит. Блогер. А вы блогер?
давайте, давайте, присаживайтесь. А вы блогер? Проходите. Хватит командовать с нами. Давайте идите, занимайтесь никуда. Своими делами, а не мешайте. Занимаемся как раз своими делами. Ну что, к посетителям приставать ваше дело? Нет, что? Вы толпитесь около стойки. Мы узнаем информацию, которую эта девушка обязана нам дать. Поэтому мы, собственно, она вам и так стоим. Скажет эту информацию. Вот, а зачем вы нас тогда прогоняете? Я вас не прогоняю, я вам предлагаю присесть. Ну, спасибо, мы вам отказываем. Я вам так отказываю. Это я еще вежливо с ним. Чуть забыдло пришло вообще. Давайте не будем сказать. Давайте не будем. Мирно. Давайте, мирно. Возьмите, пожалуйста, зарегистрируйте, выдайте мне что-то. У меня здесь не канцелярия, я не могу. А где канцелярия? Каланчевская, 49. А зачем вы мне это тогда выдали? Я не знаю, вы меня попросили, я дала. Замечательно, хорошо. Я же говорю, у нас... Ну, вы сотрудник МАДИ? 49, я сотрудник МАДИ. Ну, примите у меня заявление. Я не могу никакую печать поставить, принять. Принимает канцелярия. Каланчевская, 49. Там у вас примут, печать поставят. Зачем я его сейчас писал? Я не знаю. Вы мне просили бумагу, я вам дала. Можно еще бумагу? Можно. Пачку, пожалуйста. У меня будет 200 заявлений. Можно? Да, хватит, спасибо. Я там напишу и на Калачевскую отдам. Хорошо? А что ты? А как вас зовут? Коваленко Марина. Слушай, по-моему, это она управляла транспортным средством. Да, наверное. Ну, мы установили личность. Это да. Были вы. Коваленко Марина управляла. Одна загвоздочка есть. Да. Какая? Я не вожу автомобиль, у меня даже нет водителя. Ну, значит, это... административное расследование, вот и оправдают вас. Слушай. Сами себя оправдаете. Не будет. Почему? Потому что... Вот же нарушитель. Потому что он должен прийти и сказать, что он поправил автомобиль. А если вам кажется, что не сознается, что ли? А если сбежит человек, вот просто вы уедете в другой город, и все, вы будете удерживать транспортное средство? Ну что за бред, я не знаю. Ну вот он уехал. Вы все. Хотите об этом говорить? Каланчевская, 49, начальство пишите. Я не уполномочен решать такие вопросы. Я же вам все объясняю. Ничего не понятно. Хорошо. Ручку тогда можно взять к начальству, чтобы написать заявление? Чего взять? Ручку. У вас что, ручки нет? Нет. Ну возьмите. И бумагу тоже. Пожалуйста. Можно, да? Мало? На Каланчевскую, 49. Напишем заявление все. Сколько? 200, да? Сколько дали? Сколько хотите. Хотите еще один? Да, спасибо. Но я могу забрать, да? Вы не скажете, что я украл. Это написать заявление на Каланчевскую, хорошо? Я вам что, на Каланчевскую бумажку не дадут? Я не знаю, вы мне вы же даете. Понимаете, то там выгоняют сразу, как только заходишь, там охранники. Ну так вы даже заранее напишите. Ну мы заранее вот и напишем. Все, вы отдали нам бумажку? Да. Все, спасибо. Хотите еще, да? Мария Валерьевна. Пожалуйста. Это не обязательно. Да, спасибо. Вот это возьмете? Или что там? Оставил отзыв? Удалось ли решить вам вашу проблему? Регистрировать не могу, мне не канцелярия. Передать, передам. Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Возьмите сейчас у свинки Пеппа, спросим, у нас еще. Смотри, спер сколько бумаги. А ты не знал, что ли? У них такая система. Хе-хей! И это я в своей тачке, которую поцарапали гребаные мадишники, да, которые волокли ее вне зоны действия знака. Вот. Ну или в зоне действия знака, я не знаю, но знак, по крайней мере, там не был. И желтой линии тоже. Ну, в общем, это какой-то трэш, то есть они реально пытают людей, то есть если... Ах так, а если ты, короче, не скажешь, что это ты? Причем и даже иное лицо, я предлагал назвать лицо, которое реально парковало машину. Они говорят, нет, мы все равно тебе тогда машину, говорит, не отдадим. А то есть это уже платное хранение в любом случае, то есть ты в любом случае, тебя ущемляют в правах. То есть решить ситуацию вот на месте, да, даже пока вот ты не привел человека, а если человек там, не знаю, ты дал там своему там тестю, а он умер, допустим, да, ты все равно поедешь на Каланчевку, Каланчевка не работает круглосуточно, да, и вообще там вроде она даже по выходным не работает, вот, и будешь там что... Доказывать что-то, да? Доказывать, что ты не верблюд, блин, извините. Зачем доказывать, что не верблюд? То есть 51 статья Конституции, возбуждаете административное расследование, все, выдавайте машину, ищите. Машина, все, убрана, допустим, даже если она там что-то нарушала, машина убрана. Нахрена ее тут держать? Ну, причем закон города Москвы, опять же, там статья 7, насколько я помню, о порядке эвакуации, тоже предусматривает выдачу транспортных средств на основании чисто, ну, документов, да? На основании того, что устранена причина задержания. И все. То есть явно нарушение закона, они так делают, это бизнес, я считаю, да, потому что хоп, 5000, 61 день уже, неважно, причем вступило в силу, нет, вот со дня составления протокола 60 дней, 61 день, 8000 уже. 8000.
Вот. Это жесть. Да, это жесть какая-то. Я надеюсь, что все-таки там Мади на Каланчевке разберется с этим делом. Вот, ну что, будем дальше бороться, да, с этим всем беспределом, да, мадишников. Я не знаю, даже. Вон, даже когда. Ну, кто любит мадишников, никто их не любит. Да, даже когда. Да дело даже не в этом. Вот, допустим, ну сказал я по-честному, не я парковал транспортное средство. Дайте мне, моя машина моя, но парковал не я. Где тот человек, я хрен знает. Вот, и все. И они начинают тебя просто пытать, реально. У многих машины это как бы средство передвижения. Без нее я не зарабатываю деньги. Да, там вы скажете, потом обжалуй, подавай в суд, все дела. Но зачем тебе потом делать, когда по закону тебе должны сделать это сейчас? Вот немедленно. Ты дал документы, все, тебе больше ничего не надо. Ты взял, да даже ты можешь не давать объяснений. Ну, допустим, не можешь ты дать тебе, не знаю, там, блин, как его... Язык ты проглотил, да, образно, или там не хочешь ты ни с кем, обет молчания дал, образно, да? Mm-hmm. Все, ты даешь документы там, и все, тебе должны отдать вот машину, вот. А там уже разбираться, ты парковал, не ты, там, когда твой обет молчания закончится. Ну вот, а это бред, это бред, это просто какое-то вымогательство, реально, блин, вот. Ну что, подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк, обязательно, обязательно, и нажмите на колокольчик. Вот. Рассказывать свои истории, связанные с эвакуацией. Мне кажется, в Москве почти каждый с этим сталкивался. Mm-hmm. Вот. А многие, как я, рецидивисты, да. Mm-hmm. Причем я еще не был ни разу привлечен за это к ответственности. Mm-hmm. Вот. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ну и на Бориса Иванова подпишитесь, который помогал нам. Оставляйте, кстати, да, много комментариев там, ребят, потому что, блин, надо показывать этих упырей.